Я рада привітати у нас у студії гостя Владислава Світлицького, лікаря-нейрохірурга. Вітаю вас. Раз. Дуже рада бачити. І ви знаєте, Владислава, така зустріч, вона, ідея цієї зустрічі виникла після тих подій, що відбулися в Одесі. От наразі, на жаль, вихідними поцілили вороги в житловий будинок напередодні свята, де люди були вдома у вихідний, вони готувалися до свята, були в родинному колі, і були і вбиті, і поранені, і людей діставали з-під завалів. І кажуть, що саме під час от таких от подій можна отримати дуже часто черепно-мозкову травму. Тому ми вирішили сьогодні саме про них поговорити, про ці травми з вами. Скажіть, будь ласка, чим небезпечно, що це взагалі за травма, як її можна отримати в мирні часи, зараз, що це таке? Черепно-мозговой травмой, в принципе, называется любая травма, которая в той или иной степени вовлекает в себя какие-то повреждения для самого головного мозга. Если мы говорим про травмы, которые происходят сейчас и во время боевых действий, во время обстрелов обычных жилых домов, то, конечно же, там редко бывает изолирована только черепно-мозговая травма. Обычно это политравма, которая включает в себя и травмы конечностей, грудной клетки, живота, но в том числе и головы. Сегодня мы остановимся немножко более подробно о том, как это вообще бывает с головой и какие последствия может за собой повлечь. Она разделяется на легкую, среднюю и тяжелую черепно-мозговую травму. К легкой черепно-мозговой травме относится банальное сотрясение. В чем его плюс? В том, что оно не несет в себе никаких органических повреждений для мозга. То есть мы на снимках, которые мы делаем пациенту... Тобто зовні мы можем не бачити ничего, да. И на снимках и внутри тоже, так. Да. Мы после снимков смотрим, а там отличный, здоровый, хороший мозг, но при этом у человека могут быть очень выраженные симптомы общемозговые, такие как головная боль, головокружение, тошнота, сонливость и так далее. Но это все восстанавливается, это все лечится, никаких проблем в себе это в дальнейшем обычно не несет. А коли є струс мозку, від чого, як ми його можемо отримати? Що впасти, або хтось нас по голові вдарить? Да, звідки береться цей струс? Це любое механическое грубое воздействие на нашу голову. То есть удар, падение, даже иногда бывает, что во время ДТП или там машина куда-то врезалась, то резкое движение просто головой, оно вызывает то, что мозг очень... не успевает сначала последовать за черепом, из-за этого он бьется об стенки, потому что внутри-то у нас пространство ограниченное, и как бы он сам себя, грубо говоря, стучит. Из-за этого тоже возникают вот такие вот симптомы. Скажите, а порівнюють зі струсом мозку в контузію? Це можна порівняти ці травми чи ні? Кажуть, що от до нас приходили лікарі, кажуть, подібні симптоматика така, якась є таке тошнота, якась таке недомагання, дуже схожі. Ну, вообще контузия, это же пришло к нам из английского слова, и это само собой подразумевает как бы сотрясение головного мозга. И, конечно же, когда идет взрывная волна, то происходит, в принципе, то же самое. То есть, про что мы говорим, точно так, так же, да, воздействие на голову, на череп, и происходит это вот движение, из-за этого человек теряет сознание. То есть, в принципе, это и есть сотрясение. Только оно вызвано саме, тому вид этой травмы саме от вибуховой такой хвили. Да. Так. Угу. А если мы говорим про что-то более серьезное и жизнеопасное, такие как средние степени тяжести, тяжелые черепно-мозговые травмы, то это когда мы уже, ну, во-первых, это проявляется гораздо более выраженно у пациентов, то есть это может быть вплоть до потери сознания на час, человек может в коме находиться, он может даже не просыпаться, он может перестать шевелить там половину своего тела, это много разнообразных симптомов. И все мы их видим не только клинически, как вот просто при осмотре пациента, мы все их видим и на снимках. То есть это очаги разрушения нервных тканей, которые могут быть как очень маленькими и распространенными по всему головному мозгу, как каким-то одним большим очагом, который давит на оставшиеся здоровые клетки. То есть это мы уже называем гематомой. Це взагалі дуже серйозні, я так розумію, травми, бо це там не м'язовий порив якийсь, там не якийсь перелом, який так швиденько можна там, ну як швиденько, там за місяць лікувати. Це складніші травми, ніж ті, що я навела? Ну, вони, во-первых, вони жизнеугрожаючі. Тобто, будь-яка така травма може привести до смерті, навіть якщо вона може бути просто банально не діагностована. Тобто, якщо ми пропустили, к примеру, перелом,
Понятно, это очень плохо. Человек потом может остаться на всю жизнь инвалидом, потому что у него там нога неправильно срастется или рука. Но если мы пропустили черепно-мозговую травму тяжелую, вот в процессе формирования этой гематомы и отправили пациента, к примеру, домой, то он просто может на утро не проснуться. В этом, по сути, и является основная задача вот нейрохирургов на вот этом этапе, когда уже поступает пациент в клинику узкопрофильную, к примеру, как вот в Киеве, где я работал в больнице скорой помощи. Там всегда приезжают в приемное, и практически в любом варианте, если есть хотя бы малейшие следы травмы головы, там даже банальный порез, всегда зовут нейрохирурга, чтобы он четко дал нам понять. Вот мы определяем, есть какие-то признаки того, что черепно-мозговая травма у человека есть или нет. Нужно ему делать КТ или нет. И вот самым ужасным всегда было, вот, если не дай бог, такое там очень-очень редко, но случалось, эта травма пропускается. Вот мы смотрим, вроде бы все нормально у пациента, отправляем его домой из-за того, что там завал, загрузка бывала, такое, что там по 30 скорых або приезжало. Або є більш складні у цього пацієнта травми, його повезли кудись, так. Да, пропускається, і це може повлечь за собою дуже печальні последствия, вплоть до, к сожалению, смерті. Тобто, резюмуючи ваші слова, можна сказати, що якщо людина, ну от наразі, там, їхала велосипедом, впала, або на якомусь самокаті, зараз весна, у Одеси більш-менш спокійно себе почуває, дякувати ЗСУ, і ми бачимо, що багато людей, якими спортом займаються на вулицях, їздять на різних таких велосипедах, героскутерах і такому іншому. Або якщо ми там потерпаємо і знаходимося в такій домівці, як от було в нас на Таїрова. Тобто, якщо десь ти відчув якийсь удар, або десь там травмувався, впав, то ви рекомендуєте одразу звернутися до лікаря, щоб оцю виключити травму. Обязательно. Так. То есть обязательно, если была какая-то травма головы, раз мы сейчас говорим про голову, то нужно показаться специалисту, чтобы он оценил ваше состояние, потому что иногда бывает такое, что после травмы человек становится некритичным, эйфоричным. Такое тоже бывает при ушибах мозга. Это такая симптоматика, да? Да, угу. Да. И человек не может оценить сам. Если он живет один, нет никаких родственников, которые увидят, что он как бы заговаривается или стал более сонливым, никто не может это оценить. А ты сидишь себе дома, думаешь, что у тебя все хорошо, и опять же, тоже все может закончиться очень печально. Поэтому нужно всегда показаться специалисту, который в этом разбирается. Це ж і стрес, до речі, тому що якщо ми в центрі якихось бойових подій, то тут страх за своє життя, і людина, то це, мабуть, про аналізи та про лікарів, якщо кров не тече, або там кістка десь є, не думає. А ще які є симптоми, які можуть сказати, що щось не так? Ну, перший, самий основний, який нас настораживает, это когда человек становится сонливым. То есть он как бы вроде бы с тобой разговаривает, но он постоянно закрывает глаза, вот ему хочется заснуть. То есть это признак первый того, что давление может внутри черепа нарастать вследствие того, что гематома это появляется, начинает давить. И потихонечку мозг начинает отключаться. То есть это не происходит сразу. Если это произошло сразу, такое тоже бывает, но это обычно очень печальные в этом прогнозы. А часто, когда гематома постепенно набирается, то человек все более сонливый, потом у него начинает хуже двигаться рука или нога. И все это усугубляется, он уже не может встать. То есть это все прогрессивно происходит. В принципе, любой симптом, который возник у вас после травмы головы, должен вас насторожить, потому что вы не специалист. Что-то не то, да, и вы не можете оценить, насколько он важный и критичный в этот момент. А наші люди ще люблять йти самі собі назначати аналізи, КТ, МРТ, працюють лабораторії, да. Треба піти і зробити. Чи є в цьому сенс? Конечно, нет. Да, потому что любые анализы должны быть назначены тем, кто понимает, зачем он назначает и что он хочет там увидеть. Даже вот была последний раз, когда к нам приезжал в гости Генри Марш, нейрохирург из Британии, у него была лекция, которая называлась «Overtreatment и overdiagnosis», то есть слишком много мы лечим и слишком много мы назначаем обследований для диагностики, которые реально не нужны. Часто, конечно, если мы говорим про диагностику, это делают врачи для того, чтобы перестраховаться. То есть, понятно, к тебе поступил пациент, ты можешь вообще не думать. Просто ты можешь сразу его отправить. Ударился головой? Да. Отправил на КТ, все. На КТ все чисто, ты спокоен, ты ничего не пропустил, все ушли довольные домой.
Но пациент заплатил лишние деньги за исследование, пациента облучили, кому это нужно. Но зато никто не умер. Ну, то так, есть... до речі, ви ж сказали, що можна ще не побачити симптоми, а є такі в лабораторіях та в різних, де беруть аналізи та роблять такі КТ-МРТ, є такі обов'язково людина знайдеться, яка скаже, ой, я побачив, там все у вас чистенько, йдіть додому, все нормально. Ну, такий не лікар, який читає ці діагноси, а якийсь такий радник. От людину відправлять, а ви кажете, що може потім бути такі дуже печальні такі наслідки. Да, то есть, ну, для того, щоб любое обследование назначить, должен доктор четко понимать, зачем он это делает. И с приходом потихонечку страховой медицины в нашу страну в том числе, это наконец-то вот эта тенденция к назначению ненужных обследований, она сходит на нет, потому что если вдруг потом кто-то предъявит претензию, зачем вы это сделали, и вы не сможете объяснить почему, то как бы вам придется за это платить. Скажіть, будь ласка, а якщо от всі ці якісь симптоми відчуваєш, що треба, йти до лікаря чи викликати швидку? В зависимости от состояния. Угу. Если это произошла какая-то травма более-менее серьезная, и вы находитесь на месте вот этого ДТП, ну, я не знаю, уламком там тебе стукнуло по голові, от люди ж під завалами були, от там, ну, могло ж таке статися. Тобто краще в такому випадку швидку. Лучше, конечно, вызывать скорую помощь, потому что, не дай бог, может в процессе транспортировки вам стать хуже, и рядом никого нет, кто бы мог вам помочь, хотя бы банально померить давление, чтобы понять, что происходит. То есть, ну, вы просто сам с собой в каком-то такси или в машине с водителем, который тоже в стрессе, и ему может быть тоже плохо после той же травмы, и вы тоже можете не доехать. Угу. Поэтому, если это действительно какая-то серьезная травма, а не просто случайно там ударился дома об дверной косяк, и у тебя бровь рассечена, то лучше вызывать скорую и под наблюдение специалистов ехать в медицинское учреждение. І я догадаю нашим глядачам, слухачам, що, до речі, в Одесі працює і швидка, і невідкладна допомога, навіть якщо ви бачите, що вже комендантська година, і вам не можна піти нікуди, ні в який травмпункт, то ви можете викликати швидку або невідкладну допомогу, і до вас приїдуть спеціалісти. Їм можна це робити, вони це роблять, і на Одещині взагалі, і в Одесі в тому числі, ви можете розраховувати на таку допомогу. Скажіть, будь ласка, а... Наскільки важко лікувати такі травми? Людина лікується десь вдома, чи вона лікується під наглядом от саме нейрохірурга? Де їй потрібно лікуватися потім, якщо ви вже знайшли цю травму? Ну, всі травми, крім сотрясення, тобто найлегка черепно-мозгової травми, вони всі підлежать ліченню в стаціонарі. Однозначно. Це одно велике правило, тому що там, де навіть ми бачимо небольшой очаг ушиба, который сформировался после травмы, то есть это как синяк внутри ткани мозга, он всегда может увеличиться, стать больше, и человеку может резко стать плохо. Поэтому в первый острый период, там 5-7 дней, обязательно нужно динамическое наблюдение докторов. Иногда это постоянные назначения свежего исследования для того, чтобы убедиться, что этот очаг не растет. То есть динамику так побачите. Да. Угу. Очаг вокруг него как формируется, то есть мы должны знать четко, что там происходит. Ну и следует разделить на два таких больших лагеря, те, которые требуют хирургического вмешательства, те, которые не требуют. Понятное дело, что если нужна операция, то мы ее делаем в ургентном порядке, в операционной, под микроскопом, все там удаляется, выполняется. Зараз вы робите эти операции, да, так? Незалежно от часу, тревоги за окном, операции проводятся. Да, у нас есть специальные дежурные медсестры, приезжает машина, если вдруг это нужно, это все абсолютно выполнимо. То есть выполняется оперативное вмешательство, делается на утро контроль. То есть мы смотрим, как выглядит это все после нашего лечения, нет ли гематомы, расправился ли головной мозг, есть ли ему место, нет ли отека, все ли сделано правильно. И после этого обычно, ну, 10-14 дней пациент проводит в стационаре для того, чтобы за ним понаблюдать, чтобы рана зажила и так далее. Все одно под наглядом, да, так? Да, однозначно. Наскільки взагалі цей такий орган наш, як мозок, може відновлюватися? Або от ви казали, що людина може там стати, отримати інвалідність в результаті якоїсь невчасної допомоги. А при лікуванні, при правильному лікуванні, або там, як ми можемо відновити якнайшвидше наш мозок і не травмувати якісь його такі участки, які за функції наші найголовніші відповідають? Ну, бывают совершенно феерические случаи, когда пациент вроде бы вообще вот лежал в коме неделю, а приходит через 3 месяца и вообще даже не видит, что там какая-то операция была. То есть мозг имеет колоссальные возможности для восстановления. Это, конечно, уменьшается с возрастом. То есть чем пациент старше, тем менее этот эффект заметен. Но если приложить правильную работу всей команды, то есть начиная от диагностики своевременной, потому что
Если мы диагностировали гематому там, через час после травмы, и через 2 часа после травмы мы уже в операционной ее удаляем, то это, скорее всего, будет очень хороший результат. Если же прошло более 4 часов только от момента ее диагностики, пока его подали в операционную, пока все приехали, пока это все случилось, то прогнозы значительно-значительно ухудшаются. Но даже при великолепно проведенной операции неправильное лечение после и реабилитация может свести все наши старания просто на нет. А в чому полягає ця реабілітація? Ну, я розумію, там рука була поломана, ти там починаєш якось там легкі такі нагрузки, що щось робиш, або там людина там, ну, різні є такі види, нам знайомі, але щодо реабілітації мозку, ми не знаємо, що це таке. Ну, обычно вона починається где-то с 10-14 суток после момента операції, тому що ми повинні убедитися, що там все спокійно, там никакі сосуди не підкравлюють, там у нас все хорошо, рана зажила, все чисто, все всім нравится. І тоді ми починаємо. Но если простыми словами это объяснять, то это как с ребенком. То есть вот те функции, которые у человека повредились во время этой травмы, мы учим его заново ими пользоваться. То есть если у него плохо работает рука с ногой правой, то мы его заставляем делать специальные упражнения, специальные тренажеры, шевелят его ногами, руками, потихонечку мы пытаемся вставать, говорим постоянно «держите», там, даем что-то в руку писать. То есть если человек плохо разговаривает, с ним занимается логопед. То есть... А что в цей час відбувається? Нові оці нейронні зв'язки, да. Так? Да. Як в дитини, давайте пояснимо глядачам, ми колись робили такі дитячі програми, де казали, що така дрібна моторика рук, там різні такі розвиваючі такі речі, так, для дитини, вони її, дитина щось робить, набирає там якісь там бусинки чи щось там таке на нитку, і в цей час в неї розвивається мозок. Так само і тут це працює, ви кажете, там робіть, віджимайте, розжимайте, да. Щось перекладайте, або там тут один жест на іншій руці інший, і відновлюється робота того участку, який ми пошкодили, так? Ну, тот участок уже никогда не будет работать, к сожалению. А его функцию на себя берут другие свободные нейроны. Потому что количество нейронов практически не меняется за жизнь человека. И вот все его развитие, вот, психическое, эмоциональное, физическое, все его навыки, они все обусловлены не тем, что у нас появился новый нейрон, который отвечает за нашу там, игру на гитаре, а потому что мы смогли все вот эти вот огромные миллиарды нейронов правильно между собой связать. Теперь четко у нас есть цепочка событий. Вот если мы хотим там взять ручку, то это определенная цепь нейронов, они это делают. И вот когда происходит ушиб или гематома, то вот эта связь разрушена. Этих нейронов больше нет вообще, в принципе. И вот этими всеми тренировками, вот это как дети. У них тоже изначально нет этих всех связей. И вот оставшиеся здоровые ткани и нервные клетки, они пытаются сформировать методом повторений, формируются новые связи постепенно, и они могут полностью, вот, совершенно другие вообще отделы взять на себя функции того, который был поврежден. Це такий обнадіючий прогноз, ви кажете. Тобто головне своєчасно звернутися. Да. Так, ну ми кажемо взагалі дуже часто, що реабілітацію нехтують в будь-якому захворюванні, коли вже людина почувається більш-менш себе гарно почуває, в неї все працює, вона себе там не паморчиться голова, вона йде, все. Ну я нормально себе почуваю, а насправді треба ще там місяць або півроку. Навіть після ковіду ми говорили про те, що треба відновлення, але людина вже там не температури, ті вона йшла працювати, нічого цього не робила. Скажіть, будь ласка, а от ви казали, що можна отак зв'язати нейрони, щоб отримати ту функцію, яку ми втратили. А чи можна якось вплинути на себе, якось отримати такий якийсь комплекс? Ну, я не знаю, зараз дуже багато людей стресує, і це теж пов'язано там з реакцією мозку на те, що там людина починає панікувати, зараз я помру. Може, є такі якісь секрети, які можна зробити собі, сформувати такий новий зв'язок між нейронами, там зробив там 3 щелчки, і все, і в тебе гарно все, і ти там заспокоївся. И все спрацювало. В теории это возможно. То есть это образование безусловных связей, которые за собой влекут какое-то действие, вызывает определенную цепь активности нейронов. Но с людьми таких экспериментов не проводилось. Я не думаю, что это где-то будет подтверждено. Но в теории можно это как медитация. То есть человек заставляет себя определенными движениями, определенными дыханиями, он себя там вводит в транс и так далее. Это же все по этому же типу работает. То есть пациент запускает именно те нейроны, которые он хочет.
Тобто можна в деякі моменти свій мозок так надурити якимось заспокоїти якимось, навіть якщо є з чого панікувати, ми можемо заспокоїтись. Скажіть, будь ласка, взагалі, наразі вже 2 місяці пройшло з початку повномасштабного вторгнення, наскільки побільшало звернення до вас і чи були якісь труднощі з лікуванням, бо в нас в студії були лікарі, які казали, не було препаратів, не було деяких там для операції якихось матеріалів, але потім логістика запрацювала і все налагодилося. Mm-hmm. Розкажіть, як це було у вас? В плані кількості травм, к щастю, вблизі Одеси не ведуться активні бойові дії, хоча Одекс є опорною точкою, к нам цих пацієнтів в великому кількості не привозять. Тому, увеличилось ли їх кількість, зараз ні. Навіть наоборот, как бы, в цілому кількість пацієнтів значительно уменьшилось, тому що многие поуїжджали, многие сидят дома, никуда не выходят, меньше ездят на машинах, то есть рисков стало меньше. Конечно, если, не дай бог, начнутся какие-то обстрелы, то это все может перевернуться совершенно в другую сторону, но пока что в этом плане статистика даже положительна. Тобто наразі ви готові, у вас все є, руки є, матеріали є, і слава Богу, що роботи не більше, то дуже гарний показник. Да. Ну, такі якісь побутові, може, травми, які завжди бували, да. Або якісь там такі плани. Ну, вони, звичайно, несерйозні. Так. Дуже дякую вам. Давайте резюмуємо, що якщо ви говорили сьогодні з Владиславом Світліцьким щодо черепно-мозгових, не, мозкових травм, і ви знаєте, наголошуємо на деяких моментах, бережіть свою голову, якщо займаєтеся спортом, якщо бачите, що десь вдарилися вдома і можете самі піти, обов'язково підіть до лікаря. Якщо ви не можете піти, визивайте невідкладну або швидку допомогу, сідайте в автомобіль та їдьте до лікаря, не робіть самі аналізи, і тоді все у вас буде нормально, вас вилікують так, як потребує ваша травма. Дуже дякую вам, що приділили нам увагу, і бажаю вам, щоб були планові пацієнти, як ви кажете, а не збільшилася їх кількість за того, що почалися бойові дії чи обстріли. До нас у студію приходив Владислав Світліцький, лікар-нейрохірург. Наразі невеличка пауза, і ми повернемось до вас з новими питаннями і новими відповідями.